подъезжаем к Казани. Так, с правой стороны по ходу поезда. По ходу поезда на Москву. С правой стороны Казань. Подъезжаем к Казани. Уже начинается Казань. А эти тут какой-то медицины, что ли? Красиво. Казань, Казань. Я снимаю только по правой стороне. Красиво. Какой город. О, какой город. Закрыты щебень, по бокам-то закрыт сеткой, чтобы на рельсы не падал. Какие дома. Какой-то пруд. Красота. Ой, какая красота. Городской сад. Жалко, проехали. Все, прибываем в Казань. А Кремль-то, оказывается, за вокзалом будет дальше. Я вот по правую сторону снимаю. Мне надо. Ага. Ехали в Казань. Посмотрим здание вокзала. Проехали мы здание вокзала Казанского. Это старинное здание, центральное здание, есть вокзал. Там автобусный вокзал. Вот этот автобусный вокзал. Она, наверное, тоже уж не торгует, но сейчас не знаешь. Выезжаем из Казани и едем в Москву. Там уже Кремль Казанский виден. Ой-ой-ой-ой, какая красота. Ой, какая красота.
здесь какое-то сооружение. Проехали, похоже. Проехали. Вон он там. Похоже, Кремль проехали. Вон. Мечеть. Это река Волга, наверное. Что такое? Пригородах любых городов наши дачки. Это еще советских времен дачки 70-х-80-х годов. 70-х годов, а может и 80-х. Это я не знаю, пригород что ли, все еще Казань, то ли это может какой-нибудь район Казани.